Я рад приветствовать работников аппарата на канале Домаку. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Beholder. Ну что, дорогие друзья, нас ждет с вами интереснейшее приключение. Смотрите, у нас есть моряк, он уже может нам дать квест, позвонить в министерство. Я вот говорю, единственное, чего я не знаю, стоит ли сейчас звонить, то есть ли у меня ограничения по времени? Непонятно пока. То есть, тут вообще все не ясно. Нам ни на что не указывают, нам не дают какие-то временные ограничения. То же самое, как и с дочкой. Если с ней не общаться, когда она заболела, она просто умрет. И нам об этом никаким образом не говорят. Просто не говорят. Давайте, наверное, поднимемся, может быть, к этому моряку и поговорим с ним. У него все-таки есть для нас квест. Консервные баночки. Тук-тук-туки. Давайте открывайте, мы будем сейчас общаться. Просто если, например, меня за это будут наказывать, я могу и попасть вообще по этому делу. А что вам? Так, выгодное предложение. Спросить про рейс за границу. Давайте про выгодное предложение. Есть предложение. Времена нынче тяжелые, все крутятся как могут. У меня тут есть товар, консервы рыбные. Тут в округе все знаешь. Найди кому их продать и хорошо заплачу. Так, давайте посмотрим, короче, у нас какая суть. Мне сказали, что можно продать торговцу. И тогда будет сюжетная линия немножко по-другому развиваться. Я так и хочу поступить. Почему бы не продать? И я надеюсь, что все будет нормально. Договориться, спросить про качество. Спросить про качество. Хорошего качества или как обычно? А, качество высшее. Ну, мы этому тоже у него спрашивали, он тоже нам такое обещал. Я, кстати, даже уверен, что консервы-то нормальные. Просто бабка, они за то, что не тухлую рыбу использовали, естественно, потравилась кучу народу. И они мне, главное, бабки даже не решили отдавать. Просто тупо им, типа, нет, мы тебе ничего не дадим. Закончить разговор. Это, конечно, наглость ужасная, но... Ну, посмотрим. Так, давайте... Дождемся, да? Дождемся торговца. Он скоро должен появиться. Люди потихоньку выходят из дома. Кто позавтракать, кто куда. Давайте. Ага, вот этот появился у нас. Саргаш. Вроде за 1500, говорят, можно ему продать. А, поговорить про консервы. Давайте поговорим. Нужны импортные консервы. Полсотни. Банок за 4 штуки. Мы продаем ему, да? Импортные? А чего такие банки мятые? Хотя давай. Такой товар всегда хорошо идет. Завтра приходи, будут тебе деньги. Ага. Все как всегда, короче, да? Приходи завтра. Как говорилось в одном фильме, да? Вечером деньги, утром стулья. А, не, ночью стулья. Утром деньги, вечером стулья. Ну, что-то такое. Что-то в этом духе. Давайте зайдем и посмотрим, что у нас в шифонерах. Я так понимаю, что он уже обжился. Моряк-то у нас. Ну, должен, по крайней мере. Следим, чтобы он к нам не пришел. И ищем, шныряем по его тумбочкам. Мне вот интересно, если я буду шантажировать моряка сейчас, его отношение ко мне изменится, когда мы будем с ним, ну, как бы договариваться по поводу цены. Так, смотрите, ничего нет. Даже на кровати ничего нет. А раньше было. Давайте в тумбочке посмотрим. Так, он уходит. Бежим. Неизвестно, правда, куда. Может, он вообще уезжает из города. Ну, то есть там по своим делам. Странно, ничего нет. Просто пусто. Да, он уезжает.
Еще раз зайдем. Как так-то? Вроде на кровати раньше были джинсы, пластинки, да куча всего. Смотрите, он куда-то пошел общаться. Надеюсь, не наверх. Нет, он пошел на кухню. Разговоры разговаривать. Так, у нас будет наверняка общение с Алоизием. Я сейчас еще раз по всем думочкам этим прошмурнусь. Может быть, что-то просто я не туда клацнул. Да вроде все клацнул. Еще раз кровать и еще потом вот эту телефонную и вот эту вот. Ну, короче, все вот эти вот места мы прошарим. Очень было много в одном из мест у него различных товаров. А теперь их вообще нет. Не, ну дальше там мы уж точно все посмотрели. Короче, пока у него ничего нет. А может, у него вообще ничего не будет. Может, это рандомчик. Может, это рандомчик. Может, это рандомчик. Так, давай-давай обратно. С Алоизием. О! Алоизи тоже, кстати, бухает. Или кто? А, это она бухает. Короче, многие здесь пьянствуют. Ну и не странно, такое время жесткое. Так, день добрый. Одиночество Алоизия. Так, мы насчет одиночества знаем. Он нас попросит кого-нибудь найти ему. Я бы, знаете что, я попробовал поговорить бы с людьми, может быть, у них есть какие-то... Смотрите, одиночество Алоизия. У нас даже время пошло. Так, Министерство порядка отмечает нарастающие... увлечение философией. Вот и, пожалуйста, и телефончик у нас есть. Это телефончик дамы. Этот телефончик мы уже видели. Давайте поговорим, может быть, с кем-нибудь. Например, с какой-нибудь женщиной. Может, у нее есть подруга какая-нибудь. Ну, всякое может быть. Давайте поговорим. Здравствуйте. Закончить разговор. Она ничего не знает. Анна, может, ты что знаешь? Короче, никто ничего не знает. Может, моряк что знает. Но моряка там, по-любому, у него... Если есть дамы, то портовые. Потому что к нему приезжает эта вот... Блин, я даже не знаю, как ее назвать. Опасная женщина, одним словом. Которая пытается натворить всякой непонятной ерунды. Мне сейчас, знаете, что интересно? А можно ли ее подставить, эту даму? То есть сделать что-то такое с ней, чтобы она... заплатила за это. Ну, то есть она... Можно было ее выгнать, чтобы она съехала, чтобы не давать брошь. А брошь себе забрать и продать ее. Надо тоже попробовать вот это вот замутить. Может быть, как-нибудь так выйдет, подставить ее. Что вам? Спросить про Рэй. Закончить разговор. Нет, он ничего не знает. Никто ничего не знает. Ха, сын там все про кирку рассказывает. Ну да-да, с нулем. Походу, тебе скоро это светит. Так, и еще пластинки. Вот к этому времени уже у того моряка было полностью весь комплект. Дочь вообще не вылазит с кровати, она конкретно спит. Посмотрите, она вообще не встает. Но это, походу, тоже квестовая фигня. Пока мы не запустим сейчас, наверное, основной квест, наверное, так и будет. Так, одиночество Алоизия. Ну, значит, у нас выхода нет. Начинаем звонить. Этой вот даме. Набрать номер. Министерство. Смотрите. А, читаться, да-да-да. Так, вот это, я так понимаю, это ее номер. Звоним. Я вас слушаю. Здравствуйте, меня зовут Карла. Я звоню по объявлению. О, как интересно. Расскажите о себе. Ля-ля-ля. Мы говорим о себе. Говорим потом про доктора. Она говорит, о, да. Доктор, какой он прекрасный. Я хочу от него детей. Точнее, нет. Не детей. Не, а просто так. Повеселит. Знакомство. Я хочу от него знакомства. Вот так вот. Она говорит. Так, ну погнали тогда. Что с Алоизией? Надо ждать 2 часа. Она через пару часов призвонит, да, нам? Что же еще мы можем замутить здесь? Мы узнали немножко подробностей о других людях, да? Что она пьет? А, вот смотрите, даже 2 предмета. Опа, телефон звонит. Бежи! Бежи, Карл, бежи! Беги, то есть. Ха-ха-ха, бежи. Звонит, 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 звонит. Берем трубку. Принять вызов, принять частный. Так. Кодовое слово. Клубника с оливками. Отлично.
Так, все идет пока по плану. Все пока идет по плану. Осталось поговорить только с Алоизием. С этим буржуем недоделанным. И посмотрим, что будет дальше. Я жду, когда моряк опять выйдет, мы опять прошарим его хату. Я надеюсь, все-таки мы найдем что-нибудь у него. А может быть, это, знаете, после консерв, ну, вот эта тема с консервами, может быть, пойдет такая темка. Алоизий, хватит спать. Че ты дрыхнешь-то, когда у тебя тут невеста на носу соскакивает просто? Это не как болезнь, знаете, как это на носу соскакивает, это невеста. Так, моряк куда-то пошел. Моряк пошел, наверное, кушать или вообще уезжает из нашего дома. Пока, по крайней мере, на время. Нет, он пошел есть. Добрый день. Поговорить про одиночество. Я нашел вам подругу. Незнакомка по объявлению. Вот такой вот номер. Алоизи, будьте счастливы. А потом он мне говорит, покупи мне шоколадку. Да? На свидание и просит принести ему шоколад для дамы. Я могу тебе принести кое-что для дамы. Так, ладно, пока мы не будем, то давайте к Алоизию залезем в хату. В принципе, можно уже покупать камеры и везде их тыкать. Просто везде. Опа. Кино, вино и домино. Инфа пошла. Алоизий, вы куда? Так, он с дедулей пообщаться, мол, хочу. Говорит. Они там что-то о флагах разговаривают. Опа. А что, это не считается? А у того было прям красненьким загорелось, что типа инфа по поводу клейки каких-то моделей. Так, а теперь куда он пошел? Теперь он пошел в другое место пообщаться. Книжная. Так, конфета. Давайте быстренько бежим сюда. Мое почтение. Торговать, взять деньги за консервы. Как и договаривались, я жду свои деньги, 4000. Консервы вы не ликвид. Еле сбыл, сам остался без прибыли. Да ну ты наговоришь сейчас, он остался без прибыли. Рожа лоснится от денег, ты что мне рассказываешь? Вот консервы, там почти половина. Скажи спасибо, что это отдаю. Походу что-то ему не понравилось. Да сколько он дал мне денег? 2 косых у меня дает или что? Сколько здесь? Торговать, шоколад мне нужен. Кто-то говорит покупать предметы у торговца и заподсовывать их. Вы, ребята, посмотрите, какие конские суммы. Какой покупать? Подсовывать? 9 тысяч. Вы никогда не будете в прибыли. Это единственное, если выгонять какого-то человека вы хотите, просто хотите выгнать его из квартиры, тогда есть смысл. А по-другому нет смысла вообще. Так, ну-ка. Нет, уже нельзя с ним разговаривать. Ладно, он уезжает. Погнали еще раз с ним полазим по хате. Может быть, часто что-то появилось. Ну, может, он, знаете, выложил или еще что. Но, в принципе, к этому времени уже должны быть предметы. А у него все глухо. Так, бутылочка виски. Но ее, кстати, раньше не было. Значит, предметы могли появиться. Давайте полазим. Так, это мы уже видели. Давайте, наверное, покупать будем камеры. И везде расставлять. Буду ставить первого уровня, нормально. Зайдут, наверное, в начале. Потом можно будет их снять и продать в случае чего, если на то будет такая необходимость. Я понимаю, что они плохой обзор у них, да вообще не так себе. Но зато мы можем утыкать их полностью везде. Потому что они дешевые. Так, пока вроде, знаете, квесты не запускаются. Это мне очень нравится, то, что семейные квесты не запускаются. Министерство на нас не гонит. Это тоже хорошо. У нас есть время. Вполне возможно, что на это и был расчет.
свое время, да, что вот именно надо так было делать. Не гнаться сразу по основному квесту, это я уже вскрывал. А вот именно потихонечку, потихонечку. Что, моряк приехал, что ли? Да, он приехал. А куда он идет? Так, тихо, моряк, ты куда идешь? Давайте посмотрим, куда он пойдет, потом залезем, если что, дальше. Вдруг он пойдет на кухню. Если он пойдет домой, да, мы с ним пообщаемся просто. Если же нет. Так, жена со мной разговаривать не хочет. Дочка до сих пор спит. Пребывает в постоянном вечном сне. Как спящая красавица. Жив своего принца, походу. Так, вскрываем хату и быстро ловимся. Обшаривать это, его кровать. Вот, пожалуйста, пластиночка. Пошла жара. Пока ничего делать не буду. Вы знаете, какой прикол? То, что если вы шантажируете, то вот это доказательство, оно исчезает. Оно, конечно, не пропадает как предмет у него из дома, но оно исчезает просто, в принципе, как доказательство его вины. Поэтому тут надо думать. Давайте, короче, сбегаем. Насчет консервов договоримся. Нам там деньги-то дали, но там, по-моему, не такая большая уж сумма. Где мои деньги за консервы? Ты кинуть меня хочешь? Так я из тебя быстро всю дурь выбью. Да вот конверт. Тут всего 1500. Мы договаривались, что будет вдвое больше. Ты чем слушал? Или считаешь, или считать не умеешь? Торговец меня подставил. Такой сразу. И что дальше? Я тебе ящик жестянок, а ты мне деньги. Грубо послать. Да пошел ты, ему в лицо еще плюнул. А с очков авторитета замять историю, отдать свои деньги, 1500. Предложить заработать. А как заработать предложить? Давайте подумаем, как можно предложить заработать. Предложить заработать, как это? Я обязательно найду способ, как тебе вернуть деньги. Тогда я вернусь и обсудим этот вопрос. Хорошо. И чем быстрее, тем лучше. Насчет этого, насчет этой темы. 70 часов. А вот это, короче, уже плохо. А вот это уже, короче, плохо, ребята. Все просто потому, что за 70 часов нам надо... Вот это, короче, я зря, наверное, сделал. Потому что за 70 часов нам надо... Шиммеров выселить. Тогда у нас совсем с вами нет времени, надо, короче, начинать тогда движуху. Но это прям совсем не очень. Нас везде подгоняют по времени, но будем теперь за это тоже знать. Так, я хотел рапорт написать. Не рапорт, а... я хотел написать характеристику. На вот нее. Так, гражданка, шиммер... женский, проживает в квартире номер один. Клаус Шиммер, да, Клаус Шиммер, муж. И у нее профессия учитель литературы. И мы вот эти два предмета сюда доложим, пускай про нее знают это. Отправить. Еще 2 соточки заработали. Так, давайте, нам надо, знаете, с вами, мне нам надо с вами уже начинать тогда квест, потому что по-другому мы просто не успеем. Так, набрать номер, перед министерством отчитаться. Министерство порядка. Так, нам заплатили, нам дали немного денег, нам дали немножко авторитета. Спасибо, спасибо. Типа, готов ли ты к другому заданию, да? 50. Так, так. Доверьте. Доверие и забота. Тайна стоит явным, да, или что? Явным же, да, тут написано. Искупление вины. Что это такое? Найти способ заработать для моряка этого, да? Дальше что? Поговорить с женой Клауса Шиммера, поговорить с Мартой, так, с Марком Ранником, короче, со всеми поговорить. Так, жена тоже что-то хочет, чтобы мы с ней поговорили. Наверняка будет просить меня что-то... бытовые проблемы. Милый, мне нужна твоя помощь. Я не могу найти большую кастрюлю. А, насчет кастрюли разговор, да. Все смотрела, ума не при... Так, да, это насчет кастрюли. Окей, кастрюля, кастрюля. За это нам дадут... Как вы знаете, авторитета побольше. Так, давайте сюда.
Надо поговорить с дедулей. Насчет Шиммера. Спросить про кастрюлю. Спросить про Клауса Шиммера. Так. Спросить, что с ним стало. Это про... Про что? На, про своего товарища он там говорит. Про товарища. Поговорить с Марком Ранником, с Розой Ранник. Жена, я не знаю, где у него ходит. Спросить про новости. Тебе что-то нужно? Да, про книги он сейчас нам скажет. Книги ему нужны. Закончить разговор. Отлично, курит. С дочуней быстро общаемся. Она наконец проснулась у нас. Так, поиграй со мной, спросить про дом. Потерянная игрушка. Это насчет куклы, да? Кукла, мы знаем, где она, в шифонере. Кстати, интересно. Время-то идет вот этого, да? Моих квестов семейных. Да, тоже идет, да? Поговорить про куклу. Все, мы отдали, авторитет получили. Она довольная, идем сюда. Нам надо поговорить еще с кем? Поговорить с... Быстрей, быстрей, быстрей. Про Клауса Шиммера надо спросить с ней. Тихо. Спросить про кастрюлю. Вот про кастрюлю тоже спросить. А, она, у нее нет кастрюли, она же ничего не даст. Спросить про кастрюлю. Вот, возьмите, кастрюлю нам дают, зашибись. Да блин, я все уже с ней поговорить не могу. А мне с ней надо было, да, поговорить про мужа. Да, блин, она сейчас уедет. Не успел я пообщаться-то. Пойдемте хоть тогда с женой поговорим. Дадим ей кастрюлю. Время идет. Поговорить про кастрюлю. Так, от кастрюли избавились. Осталось у нас что? Поговорить с ним насчет литературы и забрать книжки для сына. Про книги для Патрика. Так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Он нам дает книгу. Спасибо тебе большое. Спросить про подозрения властей. Что это такое? У нас такого не было диалога. Давайте посмотрим. Тучи сгущаются. Скоро меня обвинят в том, что табак, который я продаю, антиправительственный. Вы замешаны в какой-то истории? Все из-за этого дома. Я отказался отдавать его добровольно. И меня обвинили в ужасных вещах. Вот так вот, ребята, вот так вот. Прям как в 90-х. Просто давили людей и все. Никто не пытался ни насчет чего разговаривать. Так, давайте подумаем, что нам нужно. Нам нужно найти Патрику книги. Патрик, звезда ты моя. Где Спанч Боб, Патрик? Так, давайте отдадим ему книги. Поговорить про книги для учебы. Оп-оп-оп-оп-оп. Отдали книги, все. От этого квеста мы избавились. У нас осталось поговорить с женой. 39 часов. И главное, вот это вот искупление вины. Это очень долго. Блин. Я боюсь, что мы просто не успеем по времени. 55 часов. Вот это, конечно, видите, я же не знал, что там время тоже запустится. А теперь, получается, я и не знаю, что и делать. Давайте к Шиммерам залезем в хату. Жены ведь нет. Да, жена уехала. Мне с ней надо пообщаться. Потом нам скажут характеристику составить. Там мы тоже хорошо заработаем. Смотрите, синий галстук, который будет запрещен со временем. По-моему, уже мы его находили, да? Сейчас подожди, посмотрим. Может, сейчас жена приехала. Какая-то шляпка. Чудное платьишко. Да, жена приехала, давайте с ней пообщаемся по-быстрому. Привет, дорогая, что там у тебя? Спросить про мужа.
Она нам говорит о его увлечениях, и нам говорят, давайте быстренько составьте характеристику. Да? Надо написать характеристику на Клауса Шиммера. Все отлично. Вперед. Я стараюсь быстро все сделать. Не уверен, что у нас все получится, но постараюсь, по крайней мере. Клаус Шиммер. Квартира номер один. Мужской. Жена. Мария Шиммер. Учитель литературы, продавец табака он. И давайте-ка на него посмотрим. У него там очень много всяких увлечений. Нам должны с него очень много денег дать. И музыкой он увлекается, и вот чем только он не увлекается. Все, да, конь, табак, ноты, это все. Отправить. 6 соточек на кармане. Мани, 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 мани. Так, и теперь, наверное, в министерство надо позвонить. Да-да-да, в министерство, точно. 49 часов, 49 часов. Нам надо выйти, нам надо быстро, быстро, быстро. Как сделать? Нам надо найти бумаги по поводу Клауса, да? Набрать номер. Министерство. Министерство нам говорит. А что будет с его женой? Типа, да нам наплевать. Да блин, что я... Так. Про закончить разговор. Короче, у нас есть время на выселение его. Он уехал, к сожалению, тоже сейчас. А нет, он дома. Смотрите, он дома. С ним сейчас поговорим. Он скажет нам, что у него нет документов. Мы поговорим с дедушкой. Скажем, давай, дедушка, неси документы. Дадим ему пузырь. Он нам принесет документы. Поговорим с моряком. Моряк наверняка согласится увести их семью. И мы закончим с основным квестом. И закончим с моряком. Спросить, что ему нужно. Закончить разговор. Спросить, что ему нужно. Вам следует быть осторожнее, товарищ. Предложить помощь. Я хочу вам помочь. Настоять на разговоре. Что за открепительный лист? Это да, это мы типа знаем, почему вы не можете его забрать. Чертовщина, очень бюрократия, закончить разговор. Так, мы, кстати, можем его пошантажировать на тыщенку, кстати. Может. У него же, по-моему, есть там запрещенные книги. У нас новое задание, да? Давайте посмотрим. Дед-то дома. Дед, ты дома? Деда нет. Так. Просто мне интересно, если я буду шантажировать. Получится ли у меня потом с ними контакт иметь? То есть, будет ли они... То есть, они знают конкретно, что это я их шантажирую? Вопрос. Клаус Шиммер. Проживающий. По адресу первая... Квартира у него. Директиву. Насчет литературы. Где там директива? Какая была? 6042. Нет, 6042. И она 3 сентября. Ага, мы, получается, ее и... Блин, я же видел вроде у него книгу. Понятно. У нас, значит, шантаж отменяется. На 1000 всего лишь мы можем нашантажировать. Это не такие уж большие деньги. Так, что тебе опять от меня надо? Что, Карл? Шоколадный конфет. Хорошо, мы достанем тебе конфет. Так, ля-ля-ля-ля-ля, мыло, конфеты, все будет, не переживай. У меня сейчас более другие проблемы. Дедуля с бабулей не приехали? Нет, вроде бы, я слышал, по-моему, автобус. Да, не дома. Дед, открой дверь! Неси бумаги! Закатаем сейчас мы типа. Отправим его. По прямой дороге. Да блин, мне дед нужен! Чё ты со мной разговариваешь? Я могу зайти? Я хочу с мужем поговорить, с твоим. Мне не интересно с тобой общаться. Дед, твою же налево, а дед? Ты чё творишь со мной, дед? Да выходите уже, давайте. Ладно, давайте подумаем, что нам еще надо. Торговца пока нет, конфет не получит никто. Ждем. Не видно даже, да, там? А, он дома. Переживательный весь. Давайте зайдем. Они сейчас там, наверное, разговоры разговаривают, да? Вот эти вот, жена.
с дедом. Ну, не жена, а... Дед, ты можешь подойдешь? Нет, она идет. Да не нужна ты мне, бабуля. Все, короче, отвали. А вот дед выходит, дед выходит. Дедуля, я к тебе. Про помощь Шиммеру поговорить. Давайте поговорим. Он такой, ага. Честно рассказать про историю Клауса Шиммера. Рассказать честно. Дед любит честность. Он такой, поговорить про помощь Клаусу. Неси пуха. Вискарь говорит, и все будет нормально. Я ему говорю, ладно, я тебе отдаю вискарь, да? Давайте смотрим. Вискарь забрали, да, вискаря нет. Все, нормульчик. Так, торговец пришел. Мое почтение торговать. Конфеты мне нужны для ребенка. Чтобы он был счастливым. Есть конфеты. А конфет-то нету, я не вижу конфет. Где конфеты? А вот конфета. Так, поговорить про конфеты для Марты, говорим. Попробуем, кстати, сыну сразу не... Сказали вроде, что сын может терпеть. То есть, и вот если Марте не помочь, она умрет. А вот сын, короче, может типа терпеть, так что... Можно не торопиться. Моряк-то где? Тут я его не вижу, а где он ходит? Кто-то ходит там внизу, а это не моряк? Я не вижу. Да, моряк. Давайте еще зайдем, полазим у него еще по хате. Кстати, можно пошантажировать его. Давайте его пошантажируем. На него там у нас точно улика есть. Шантаж, шантаж. Папа Недо. В квартире номер 4. Какой там у него? У него, по-моему, пластинка, да, дома? Это 6046 от 6 сентября. Где он там у нас? Папа Недо. Пластиночка, дружище, пластиночка. Отправить. Так, с кем еще мне можно поговорить? С кем мне надо поговорить, точнее всего? Так, дедуля возвращается. Видите, он такой, ааа, в шоке, несет деньги. Дедуля возвращается, дедуля, ты мне принес то, что мне надо. Но у него, видите, стрелочки пока нет. Он, видимо, пока до дома не дойдет, наверное, разговора не будет, да, по делу. Да, так и есть. Сейчас в клумбу нам положат деньги, и мы... будем уже с тыщенкой. Взять все. 1000 денег. Безумный порез какой-то. Почему-то он теперь счастлив. Смотрите, предметов прибавляется с каждым разом. Все больше и больше становится. Это очень хорошо. 28 часов. Дедуля, дедуля, ты там... Че, не готов там со мной еще беседовать? Опа, альбом с марками. Отлично. Тоже инфа. Информация всегда полезна. Нам бы, кстати, еще и к Шиммеру бы залезть. Потому что они-то потом уедут. А мне можно было бы с них еще деньги вытянуть. За вымогательство, как бы, да, им. И, может быть, просто за характеристику. Конфета, паспорт. Конфеты можно воровать. Но дедуля что-то совсем не появляется. Куда он делся, непонятно. Так этот приехал. 25 часов осталось. Я не уверен, что я успею. Дед, дед Макарек, ты чё там? Спать пошел, что ли? Я его не вижу вообще. Где он? Он же был тут. Дед напился, короче, и куда-то делся.
Так, жилец выполнил указанное в письме требование. Отлично. Черт, вот 23 часа. Опять получается. Ну, говорю, будем... Опять же, каждым разом игру проходишь, ты больше ее, более досконально ее, про нее все узнаешь. Во-во, теперь можно поговорить. Дедуля. И что тебе нужно от почетного работника? Давайте поговорить про помощь Шиммеру. Сейчас он скажет, вот тебе, пожалуйста, твои листики. Я говорю, спасибочки. Идем к Шиммеру. Да быстрее ломись сюда, ну. А что я не двигаюсь? А вот двигаюсь. Чем быстрее, тем лучше. Не расстраивайся, скоро вы уедете. Да греби быстрее, время идет. Ты должен бежать просто к двери от счастья. Пищать. Так, лампочки, галстуки. Кстати, вот, пожалуйста, и галстук. За галстук можно ему предъявить. Уже. Здравствуйте, поговорить про документы. Так, какие новости? Теперь ты все, теперь свободный человек практически. Поговорить про бегство из города. Так, он же что говорит? Так, ну вроде как бы мы с ним договорились, да, про бегство. Хорошо, короче, давайте отойдем. Они, надеюсь, в скором времени уйдут из дома. Я пошантажирую их немножко. И мы, наверное, поговорим с этим Папанедом. Может быть, он что-то нам скажет. Когда он соберется в рейс, мы сможем выдавить с него. Ну, отдать ему таким образом долг. Дочь, слава богу, пока еще все с ней нормально. Жена там не возмущается, ничего не хочет. Вроде на улице ночь, да, сейчас? Скоро будет утро. Давайте попробуем поговорить. Я просто не знаю, блин, ну сейчас скажут, например, да, вот мы все выезжаем, короче. А мне же надо с этого-то тоже деньги поиметь. Пока не хочу, чтобы он выезжал. Потому что у него точно синий галстук, я видел, вот наверняка есть еще какие-то предметы. Так, помоги Шиммерам уехать из страны, а они хорошо заплатят. У нас же на барже есть место, где их спрятать. У вас на барже. Хочешь, чтобы я из-за морского волка превратился в морского койота? Дай подумать. Ладно, деньги не пахнут. Пусть идут к пирсу, их там мальчонка будет ждать в шляпе и газеты. Из газеты. Я сейчас позвоню кому надо. Так, отчет закончился? Да, отлично, отчет закончился. Родина, прощай. И у моей дорогой начались проблемы. Окей. Короче, дочь заболела, я понял. Привет, Карл. Поломка телевизора. Карл, у нас телевизор сломался. Займись ремонтом, пожалуйста. Обязательно починю в ближайшее время. Спасибо, дорогой, ты мне навести руки мастер. Мы сейчас быстренько починим, естественно. Сынуля, ты там учишься на экономиста, лучше бы на техника учился, сейчас бы умел бы телевизор чинить, папке не пришлось бы заниматься вот этой трихомудью. Давайте поговорим. Узнать, что случилось? Что случилось? Карл, Марта заболела, у нас дома нет никаких лекарств. Ты мог бы найти аспирин для нашей девочки? Я стояла очередь в аптеке, но оказалось, что нужен рецепт. Ну да, да, это мы точно помним. Она нам говорит, через 30 часов, типа того... Отдайте, мол, аспирина. Давайте, короче, мы купим. Родина, прощай. Марта заболела. Любовь по телефону. Нам нужна шоколадка. И мы сейчас сразу купим свитер. Который позволит нам получить аспирин у бабули. Кардиган. 200 с лишним. Да, а так 400 стоит аспирин. Покупаем кардиган. Покупаем шоколадку. И у нас есть 28 часов для того, чтобы немножко заняться своими делами. Пока Шиммерам я ничего сообщать не буду. У нас есть 205 часов. Мы будем их хату сейчас доить. Надеюсь, они сейчас уедут куда-нибудь. Или отойдут, по крайней мере, из дома. И мы сможем спокойно... Так, с бабулей начали надо только поговорить. Бабулечка. У тебя есть аспирин? Спроси про аспирин. Она говорит, да, типа, у меня есть. Принеси мне кардиган. Типа, отдать кардиган. Вот так вот.
Надеюсь, мой муж не поест типа все пилюли, да? А хотя подождите, а чё я? Отдадим сразу. Только приличный и тёплый. Вот банка с таблетками. Спасибо, мы просто будем иметь аспирин сразу. Такая, довольная, аж чуть рот себе не порвала от радости. Давайте сходим наверх и полазим по шумеровским хаткам. Никого? Так он идет пить чай. Устанавливаем камеры на будущее, да и вообще. Потом, в принципе, можем в любой момент снять. Синий галстук, пожалуйста. Да. Цинканиты. Остальное все мы уже смотрели. Так, Шиммер общается. С моряком они общий язык явно не находят. Так, шляпа. Сумочка, все очень даже здорово. Так, он уезжает на работу. Отлично, у нас хата будет свободная. Мы сейчас затарахтим тут. Опа, кофейничек. Опчик. Турочку нашли. Ноты, книги, фотопленки. Так, камер нету. Покупаем камеры. Стараемся максимально эффективно все использовать время. Ну, я не уверен, что я максимально, конечно, эффективно использую. Но все равно мы успели, главное, успели с моряком договориться. У нас еще целых 190 часов. Сами понимаете, мы можем за это время творить всякие вещи интересные. У моряка тоже может что-то сейчас в хате быть. За что мы можем его пошантажировать. Так это все вроде как бы нам не нужно. Можно посмотреть у Алоизия, может что-то есть. Шантаж нужен, шантаж полный. Опа, красочки. Приятно, что новые предметы нет-нет появляются. Это очень хорошо. Так, она пошла суп кушать. Вот, пожалуйста, и аспирин. Можно было вообще не платить, а просто его спереть. 250 денег бы сэкономили. Ну, ладно, было. Книги. Опа. И опасные книги. Так, тихо. Обратно вернись. 18 часов, я же там не все камеры поставил. Вылетел как пуля, просто па-панч из винтовочки. Камера. Тихо, ну куда ты, дорогой? Ладно, давайте после кровати. Так, она пошла телевизор смотреть, все, хватит, уже нет времени. Не успел. Ладно, не сильно это нужно, давайте шантажировать. Вот это другое дело, шантаж хорошая штука. Так, шантаж, Шиммера. Так, Шиммер, Клаус Шиммер, да? Квартира номер один. Директива по поводу галстуков какая? 1984. Ой, 60-49 на 9 сентября. И давайте быстренько засунем галстук и отправить. Ожидаем. Так. Что произошло опять? Что случилось? Поговорите, в чем я могу помочь. Что тебе надо, Анна? Мне нужны деньги на оплату счетов. 700 бакинских. Ну, отдадим, давайте. Возьми. Нет, короче, давайте, наверное... Я не знаю просто, с ней если долго не общаться, что будет? Она... Так, а что такое? Почему восклицательный знак на голове у него появился? Заберем. Еще 12 часов. Жена пошла спать. Вот это, конечно, ну ладно, я думаю, успеем. Давайте пообщаемся с ним. Что он от нас еще хочет? Здравствуйте.
А, может так, с боссманом можно уплыть. Знаете, что случилось? Что случилось? Мы хотели с вами поговорить? Да, Карл, я вынужден уехать из дома. Наши средства на исходе и... Мне нечем платить за квартиру. А, похоже, они добили своего и выставили нас на улицу. Глупо было даже надеяться на другой исход. Нет, ты чё, чувак, какой исход? Нет, стой, стопонись. Все, короче, он не выезжает, а представляете? Вот так вот. И получается, боссман ничего не получит, да? Боссман-то сейчас же ничего не получит. Все, они съехали. Блин, черт. Ну ладно, ладно. Боссман, надеюсь, на меня за это не съест. Ну, наверняка взъестся, да? За это. Вот вам, пожалуйста. Я даже... Не получилось у меня их зашантажировать дважды. Оказывается, есть какое-то ограничение средств. Я не знал. Я думал, что это бесконечное количество. Может быть, я себе не поговорил бы. Опять же... Тут двоякая мысль, просто двоякая, непонятно вообще. Запрещено посещение баров, ну понятно, пьянство запрещено. Что будем делать? Пойдемте разговаривать с женой. Жена, хватит со мной игнорировать, давай разговаривай со мной. Как Марта? Ты нашел аспирин? Да, я нашел аспирин, спасибо. Она говорит, ништяк, все. Да, отец. Спросить про... Узнать, что случилось. Это он просит на свидание, да? Я же сказал, что не надо трогать вообще этих всех семейных. Зачем я к ним лезу? Давайте пока отложим решение. Закончить разговор. 12 часов на принятие решения. Блин, шиммеры съехали. Вот это, конечно, вообще зверство. У них был предмет. Ну, как бы, видите, знать бы. Интересно, можно было бы с них еще вытащить денег? Ну, ладно. Отчет, родина, прощай. И про любовь по телефону. Давайте шоколадку отдадим ему. А чё, он недовольный? Нет, он вроде довольный. Он такой весь влюбленный теперь. Только мне за него ни авторитета не дали, ни денег. Так, отчет министерства. Ну давайте быстренько тогда позвоним. Нам хоть денег отвалят. Набор номера, министерство. Так, нам дали денег. Пропаганда, 24 часа. Мне надо... Листовки расклеивать, да? Опять с женой общаться надо. Опа, началась заварушка. А, да, взрыв там, да, должен был прозвучать. Пропаганда прошла успешно. Бабах! Разрушение. Куча трупов. И горит наш дом. Вот это шикарно вообще. Поломали все. Что самое неприятное, то что мне... Короче, сыну я, наверное, откажу и не буду давать ему деньги. Обойдется он, пускай идет работает, чтобы свою девушку водить по театрам. Сам же видит ситуацию не очень хорошую, папа. Посмотрим, к чему это приведет. С женой пока говорить не... А, она сейчас скажет насчет Марты, что она ей хуже...
Я просто не знаю, идет отчет ли времени. То есть, например, вот там дают 90, например, часов на то, чтобы решить эту проблему. И мне дают, интересно ли, время на... то есть, если я, например, попозже возьму этот квест, порежут ли мои 90 часов? Встанет, например, там 70 часов. Вот интересно, вот эта вот тема тоже непонятная пока. Набрать номер, принять входящий звонок. Министерство, давайте поговорим. Они нам сейчас говорят, что в городе беспорядки. Починить, типа, все в округе. 10, за 10 часов надо быстренько все починить. Давайте поговорим все-таки с женой. Я не знаю, что она от меня хочет. Узнать, что случилось. Так, ухудшило самочувствие, аспирин ей не помог, ей нужен доктор. Найди доктора. Будем максимально оттягивать время. Так, есть что-то еще от меня нужно. Походу деньги опять на что-нибудь. Я уверен. Давайте пока мы позатянем узелки, нам надо сейчас сочинить. Надеюсь, нам отдадут эти бабосики. Две тысячи у нас авторитета, в принципе, мы можем уже многое делать. 2000 это довольно-таки много. Да, у нас только единственное, что отняли полтишочек. За то, что мы сынули-то не помогли нифига. Ну ничего, переживем. Так, тут, наверное, еще про театр, да, будет разговор. Блин, все очень интересно, все затягивается, все затягивает. И... Но стоит остановиться, ребят, блин, и так уже, походу, очень много. Это про театр, то, что театр не удался. И так, думаю, очень много снял в этой серии. Давайте в следующий уже продолжим. Дочиним до конца здания. Сходим, узнаем про насчет состояния нашей прекрасной дочери у доктора Алоизия. И дальше посмотрим уже, что можно будет сделать. Как вы думаете? По-моему, хорошая идея. А сейчас не забывайте ставить, комментировать, делиться и подписываться. А также добавляйте плейлисты и вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами был Станислав. Я вас всех крепко обнимаю. Увидимся в новых прохождениях. Всем пока.